Сагола 3300 GTO башкой воздушной. Так, погнал. Пол мокрый, перекрытие где-то процентов 60. Тест факела по настройкам 2 бара на входе, 1,5 подача откручена, факел на максимум. Ну такой. Нормально, сантов, блин, таких 17 добрых. Давай, лупи. Подачка прижата, потому что цвет так себе, чтобы пятен не было. Но он дробит очень хорошо. Он дробит очень хорошо. Этот цвет сложный. Да. По базе вопросов нет вообще никаких. И достаточно экономно. Ну, если подачу пригасить. По настройкам 2 бара на входе, 2,5 подачи, факел на максимум. Это база, серебро. На выходе имеем примерно 17-18 сантиметров. 10 сантов. Где-то так. Но она, видно, что подачи много для базы. Два оборота и хватит. 18 сантов по базе на максимальных настройках, будем так говорить. Минимальные настройки на 2 барах, 1,5 подачи, первый слой лака. Мелкая капелька, сразу видно. Меленько дробит, меленько. На базе он хорошо отрабатывает. Посмотрим, что со вторым слоем будет.